Всем привет, вы с Олегом Соскиным. Сегодня у нас 14 февраля 2023 год. Рассмотрим следующие ситуации. Важнейшая новость, которая пришла 13 числа февраля. Путин встречался в Огарёво под Москвой с лидерами фракций. Ну, с первым встретился он с Зюгановым. Это глава коммунистической партии Российской Федерации. 30 лет он уже как возглавляет эту партию. Фракция не маленькая, прямо скажем. И важно очень опубликован как бы тот контент маленький, про что они говорили. Ну, во-первых, само их сидение, да, сидели вот они один к одному за маленьким этим столиком, рядом, как говорится, десна в десны. И, соответственно, выступал Зюганов, и о чем он говорил? Говорил он следующее. Он говорил о проклятых буржуях, нацистах и так далее, и так далее. Что он сказал? Он заявил следующее, что, вот, смотрите, Зюганов отметил, что президент, то есть Путин, то есть они друг друга облизывали. Это такая была встреча, нам показали, как они друг друга облизывали, и у них было абсолютное взаимопонимание между Путиным, который вообще-то как бы по состоянию триллионер, да, очень такой крупный, крупная такая рыба, крокодил, акула или как там, да. И Зюганов, вроде который должен выступать против проклятой буржуазии, особенно компрадорской, особенно мультимиллиардеров, а тем более триллионеров. А тут любовь, как говорится, десна в десна. Третий раз повторяю. Итак, Зюганов отметил, что президент Путин всегда откликается, и на, не просто в прошлом, а и сегодня, и на просьбы, и на предложения, и на законодательные инициативы КПРФ. В этом отношении диалогом, который сложился, мы особенно, так сказать, дорожим. В нынешнее время, когда, по сути дела, говорит Зюганов, против нашей цивилизации, всего русского мира объявлен крестовый поход и новая война, считает руководитель фракции КПРФ, ну и лидер КПРФ, соответственно. Это очень важное заявление. Путин поддержал его во всем, говорит, да, это прекрасно, ваше заявление, все нормально, мы с вами, вы с нами, мы, как говорится, все идем одним путем. Никакой декоммунизации, ничего, то есть они слились в едином потоке. Это еще раз говорит о том, что как были коммунисты-кагибисты при власти в РФ Московии, они так и остались. Смотрите, что дальше. Ну, там они бла-бла-бла, всякое такое, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы уважаемые люди, мы любим друг друга, люди любят нас и прочее. Ну, и потом, как бы, чем заканчивается вот это все? Вот, считает Зюганов очень правильным поручение Путина, президента, об обязательной работе регионов Российской Федерации с новыми субъектами. Это ж какими субъектами? Это прорастет тем добром и той дружбой, без которой невозможно восстановление нормальной жизни. Но это еще тот, конечно, ублюдок этот Зюганов. Вот, то есть это захваченные украинские территории, это новые их приросления с регионами. То есть они считают, уже карту опубликовали, где они говорят, часть России это и Херсонская, и Запорожская область, ну, Крымский полуостров, само собой, еще раньше, и Донецкая, и Луганская. Приросли они, слышите? Вот, и дальше он делает вывод, Зюганов. А борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает, на мой взгляд, на его Зюганова, судьбоносное значение. И говорит, что он 20 лет в Совете Европы отработал, сидел там, и никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, ну, под империалистов США, да, проклятых. А они просто обнаглели, то есть это США, американцы, Америка, американское население, депутаты, как их, конгрессмены, сенаторы, демократическая партия и прочие, настолько обнаглели вместе с Байденом,
что, надеюсь, мы обязаны их победить. Обязаны. И победим. Это Зюганов говорит. Убежден Геннадий Зюганов. Путин ему отвечает. Слышите? Так и будет. Спасибо. Заверил его президент Путин. Так и будет. Вот. Надеюсь, мы обязаны их победить. Слышите? И победим. А кого они хотят победить? Украину? Нет. Не Украину. Они хотят победить Соединенные Штаты Америки и зажравшуюся, гнилую, попавшую под контроль Соединенных Штатов Америки, кого? Европу. Понятно, да, логика процесса? То есть война уже не идет против Украины. Ну, не только против Украины. Украина уже все более ее смывает, войну эту все более смывает на обочину. Ее все время уже туда, в таежный тупик уносит. А на передний план выходят совершенно другие события. События уже глобального уровня. И эти глобальные события отбрасывают Украину вообще с мейнстрима. И Украина, ее судьба, ее жертвы, каждый день огромные потери, которые наша нация несет на этом фронте с этими варварами путинскими, они становятся уже неинтересны ни Европе, ни тем более миру. Более того, назревают новые события. То есть, что видит Путин? Путин четко понимает уже его вот это шобла все, что они воевать на фронте, они с Украиной по сути не могут. Ну хорошо, ну вот пробиваются они там в районе Артемовска, Бахмута, ну пробиваются. Но огромные же потери, просто колоссальные потери несут они. То есть более 1000 человек в день, 200 в сутки, это очень много. Это очень много. И как бы растет число семей, которые говорят, так а где ж кормильцы? Где ж так быстро? Только ждали, а вы их уже использовали, уже переработали, они уже пища для украинских червей и прочей живности в Украине на полях. Поэтому начинает население нервничать вот в этих фекальных регионах Российской Федерации. Я все думал, почему так легко вот этот Пригожин, Уткин, вот этот Вагнер и вообще Лавров, это вообще вот эта московская вся эта клика так легко работает в Африке. А потому что у них все общее, у них фекальная экономика, фекальные города. Я посмотрел видео Бурунди. Ну вот что Бурунди, что Южный Урал, что Воркута, что Чита, одно и то же, посмотрите. Они живут одинаково. Они просто живут одинаково. Только просто там на той территории снег и морозы, а там жара и, так сказать, песок. Вот и все, вот и вся разница. А по своей сути они одинаковы. Они одинаковы. Правда, там Бурунди, они очень быстро, так сказать, улучшают демографическую ситуацию. У них видно там это все по-другому немножко. А эти больше налегают на бутылку. А какое водка без пива или пиво без водки, понимаете? Поэтому, ну, очень много схожего. Поэтому так Пригожину и хорошо. И в Бурунди, и в Центральной Африканской Республике, там, и в Южном Судане, или в Сомали и прочее. Потому что там, как говорится, свои люди. Только немножко там, как говорится, окраска немножко другая. Ну, это ж такое дело. Это ж можно и, в общем-то, принять одну окраску, сейчас другую. Вот хамелеон, он принимает в зависимости от ситуации одну окраску, другую окраску. Так и Пригожин может так принять, так. Теперь уже ими Москалькова заинтересовалась. Была вторая кувалда или не было. Пригожин уже, как говорится, очень испугался, потому как его могут уже судить за это. Потому что это без суда и следствия. Они показывают ролик, что вроде тот жив. А что это за ролик? Надо человека представить, а не ролик. Вот. Ну, скорее всего, они его долбанули кувалдой. А тогда надо Пригожина снова куда-то отправлять, потому как, видимо, он уже не нужен в том виде, в каком он есть. А он еще этого не понял. Так, ну, а Уткин что, прицепом пойдет, вагончиком? А теперь смотрите, что дальше получается. Итак, Зюганов
и Путин встретились, ну, там потом с Луцким этим встретились, там это как бы какая-то там недоразвитая копия Жириновского, там он типа там выпрыгивает где-то там, ну, добьет эту партию, да и партия там уже все это, она уже на нет сходит, она уже никому не нужна, нет Жириновского, нет и партии, это понятно. Но дело не в этом. Главное это Зюганов. Почему? Потому что Лавров сказал, что вот Молдова это вторая Украина. То есть надо перевести сейчас события, расширить. Нужен новый пилотный проект, чтобы отвлечь уже мир окончательно от Украины, переключить на более близкие события возле НАТО, возле ЕС. Возле Румынии, конечно, особенно после того, как две ракеты российские пролетели на территории Румынии и Молдовы, а Румыния заявила, что, как говорится, никаких ракет типа не было, то есть реально перепугалась, то Путину нужна Молдова очень. А как это сделать? Взять коммунистов. Зюганов двумя руками готов. Он четко сказал, мы сейчас, их говорит, мы победим этих проклятых буржуев и в Европе, и в США, и так далее. А как победить? А Молдова переполнена коммунистами. Ну, по этносоставу, там где-то 70 с чем-то процентов, типа в 2014 году говорили, что они молдаване, 7% типа румыны, где-то около 7 украинцы, где-то около там 4-6 там, или сколько русские, очень там 4,5, кажется, это гагаузы. Вот здесь как раз и коренятся главные вопросы. Население очень маленькое, там где-то было 2,8 миллиона, много нерезидентов уже, то есть выехавших с Молдовы. Ну, то есть реально там больше 2 миллионов нет. Плюс Приднестровье, очень промышленно развитое, которое вообще себя русскоязычными позиционирует, там все-таки где-то порядка, где-то 600-700 тысяч больше, может, живет, так? То есть получается, как таковой Молдовы, ее очень мало, очень мало. А коммунистов там очень много, и много настроений коммунистических. И поэтому Зюганов очень нужен сейчас, и КПРФ, Путину, для чего? А не надо никаких чечен. Там Данилов, этот секретарь РНБУ Украины, говорит, что будут чеченцев. Зачем чеченцев завозить? Они же не больные. Никаких чеченцев не будет. Там в середине хватает своих для того, чтобы убрать эту санду от власти. И уже как бы понятно, как ее будут убирать. То есть ее объявят сейчас агентом НАТО. Что она завербована, она агент Центрального разведуправления США, что она завербована, что она получает там деньги. Сейчас найдут у нее какие-то там части, где она там эти счета и так далее, и так далее. То есть сейчас против Санду начинается серьезнейший процесс, серьезный. И как только покажут, что она агент ЦРУ, то, конечно, Санду мало не пока. А плюс скажут, что она еще работает вместе с разведкой Румынии, спецслужбами Румынии, что спецслужбы Румынии уже имеют в правительстве и во всех государственных органах свою румынскую агентуру натовскую, ну, то понятное дело. То есть Санду не понимает, но она легенькая, такая она маленькая женщина, ничего не понимающая, где-то ее достали, там она где-то работала, ну, там она бухгалтер какой-то, аудитор, ну, или кто там она, ну, это просто смешно, это даже не серьезно, там где-то в МВФ или где она там кем-то под это самое, вообще надо, напишите мне, потому что я даже так и не интересовался, кто бы ей интересовался. Поэтому я думаю, сейчас, когда объявят ее, что она агентка ЦРУ, что она была завербована, что у нее есть вербовщик, что она работает под резидентурой посла США и так далее, далее, что в Кишиневе есть гнездо ЦРУ, а Зюганов про это по сути говорит, а Путин ему так мягко, ласково поддакивает, то есть все готово, уже все готово. Что Молдова захвачена тоже фашистами, нацистами, что это такое же кубло, как Украина. Тут укронацисты, а там Молдава, румынонацисты. А тут еще Румыния выступает, что молдавского языка нет, что это румынский язык, что надо поглотить Молдову. Понимаете, куда? То есть все закручено по полной программе.
И, естественно, где поднимется, так сказать, пламя восстания по теории революционных процессов и революционных войн? В Молдове реально революционный кризис? Конечно. Ну, конечно же, в Гагаузии. Потому что она пронизана коммунистами. И там при власти находятся коммунисты. То есть, я так понимаю, ну, Воронин там же был, он же всю систему сохранил, он же не зря руководил Молдовой так долго. То есть, можно четко говорить, что Молдова следующая, и, естественно, там сейчас сформируют временное правительство, будет объединение Приднестровья, Гагаузии и здоровых сил Молдовы, пророссийских, как бы, против этих ЦРУшно-американских, натовско-румынских шпионов, которые оккупировали Молдову и ее уничтожают, ее ценности и прочее, прочее. Ну и, как говорится, поздравляем Байдена, США и прочих, так, Шольцев и Макронов, и, так сказать, Мелони, эту итальянку, что новая вспышка будет, новый костер разгорается. Мы на радость всем буржуям мировой пожар растуем, да? Ешь ананас и рябчики жуй, день твой последний, приходит буржуй, да? То есть вот в этом суть разговора Зюганова и Путина. Что, дорогой, давай начинай, мы тебя поддержим, а за это мы решим твои задачи, которые там тебе надо, Зюганов, не волнуйся. Твоих трогать не будем, все, ты наш партнер, мы тебя любим, мы тебя уважаем, мы тебе дадим косточку со стола, так что все в порядке. Все. И дальше что у нас получается? Смотрите, то есть идет серьезное накопление вот этого горючего материала. Теперь вопрос, когда произойдет вспышка в Молдове? Ну и что, туда кто? НАТО зайдет, Румыния зайдет, кто туда зайдет? Туда только зайти может с моря. Украина в свое время дала Молдове выход на море. Туда могут зайти только российские морские пехотинцы, морская пехота. Ну и высадятся эти, как они называются, десантники его с этих самолетов. Давайте смотреть. Может, я ошибаюсь, и мой сценарий неправильный. Вот в ближайшее время нам это покажет.